Все, так, продолжаем развивать данную технику ударную. Привезли наши ученики, ребята, кто давно учился. Вот такой у меня девайс на электромосток. Теперь эта система может работать не только в открытой зоне, но под усилителем. Здесь у меня сейчас целый участок, снизу идет усилитель. Делаю вмятинку. Захожу теперь под усилитель. И спокойно под усилителем. Поднимаю. Чуть-чуть передавил. Ну, пробойничка лапса. Техника наша развивается. У всех, у кого есть идеи, заходите, делитесь в спецразделе. Всем пока!